У нас там есть в фильме отрывки из фильма, из первого фильма. И мы хотели, естественно, вставить уже отрывки. Обратились в Госфильмофонд. И вот тут нам сказали, друзья мои, а у нас негатива нет. Ну как нет? Как нет? А вот так. И вот тогда мы стали все это раскручивать, и выяснили, что, ну, Александра Михайлова уже сейчас нет на этом свете, царство его небесное, еще не будем про него плохого говорить, но уже тогда мы узнали, что вот Михайлов отправил туда негатив, и он не вернулся. Поэтому стали искать концы, какая фирма заключала договор, это студия 12А. Потом тут вот Петя Багров хотел нам помочь найти эту фирму, я ему сказал, ее зовут Олегран Классик, но это уже было когда, в 91-м, а сейчас где эта фирма, что? Поэтому ничего не получилось найти, и дальше уже мы стали думать, и уже мы взяли, что есть, чего есть, напечатали, а потом спасибо Госфильмофонду, тогда туда пришел Тельнов, генеральным директором, потом там была Лариса Оттовна, зам генерального директора, они согласились отпечатать, реставрировать и уже как бы отреставрированную копию напечатать на пленке. Сейчас они делают цифру, по нашей тоже, так сказать, просьбе, оцифровывают. Но тогда согласились напечатать копию. Ну, я не знаю, для непрофессионалов, может быть, она не так уж отличается от той, которая у них есть, «Лаванды», но тем не менее вот это свершилось, чему мы очень рады. Вот это мое вступление. Теперь я передаю слово Юрию Анатольевичу. Он вообще на сугубо техническом языке, может быть, что-то еще дополнит, расскажет. Не знаю как. Юра, пожалуйста. Да. Ну, я думаю, микрофон. Да нет, он включен. Я думаю, что вы...